с того момента уже очень много чего изменилось, поэтому стоит разложить все по полочкам и обсудить более подробно с директором фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Она с нами на связи. Ольга, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. А помогите-ка разобраться, что вообще происходит? Насколько бы это не был такой общий вопрос, но в свою очередь видим, что нарастало уже давно вот это, знаете, такой негатив нарастал, и скандалы между Пригожиным и Шойгу. У Пригожина было очень много претензий к Шойгу касательно там предоставления боеприпасов и так далее, но никто не ожидал такого резкого поворота. Я так понимаю, не ожидали даже в Кремле, правильно? Да, вы знаете, происходит процесс ускорения краха. И это замечательно совершенно, поскольку если бы не было таких мятежей, они будут повторяться. То есть это первый мятеж, который мы с вами увидели, точно совершенно не последний. Поскольку Путин показал свою слабость, он показал, помимо того, что он не знает, что делать с этим, мы еще и увидели, что взять Москву легко, ее обороняют на подходе такие жалкие рвы и мешки с песком, и, собственно, больше ничего. Ну да, нет моста через Оку, но я думаю, что это все-таки проблема, но решаемая проблема для военных, которые знают слово «понтон», например. А все-таки ЧВК «Вагнер» имеет огромный опыт войны и в Сирии, и в Центральной Африке. Это во-первых. Во-вторых, мы увидели то, что на хозяйстве, собственно, остался только мэр Москвы Собянин, и то мы об этом не можем судить наверняка. Все самолеты улетели в район бункера на Валдае, в Тверскую область, куда прибыл и губернатор Дюмин, бывший охранник Путина, который тоже принимал участие в переговорах с Пригожиным и Лукашенко. Ну, в общем, Москва осталась без присмотра. И мэр Москвы подарил сегодня москвичам понедельник, выходной день. Ну, как он его подарил? Подарил его в субботу, да, понимая, что, скорее всего, в субботу или воскресенье что-то случится, и в Москву войдут заключенные войска Вагнера, что случится. Показала эта вся история и то, как хрупок наш с вами мир. И пока Путин пугает нас, его приспешники типа Караганова, вот всякие разные говорящие гадюки, пугают нас ядерным взрывом, ядерной бомбой, пока мы с вами каждый день думаем о том, как заминировано или нет, а что будет Запорожская атомная станция, в это время армия зэков проходит мимо, по крайней мере, нескольких пунктов, где хранится и тактическое, и стратегическое ядерное оружие. Это есть точки в Юго-Восточном округе, есть точка под Воронежем, есть точка под Козельском и так далее. В конце концов, есть Протвино, это недалеко от Серпухова, где была оборона, готовились к обороне какие-то войска, которых мы не видели. Но в любом случае, в общем, нам показали, что уголовники в любую секунду, захватив крупнейший южный город, столицу Южного федерального округа, также легко могут захватить и ядерные объекты со стратегическим или тактическим ядерным оружием. В общем, и ничто их не остановит. И я поэтому так понимаю, что за этим маршем на Москву, который многие назвали цирком, но это совсем не цирк. Конечно, танк, застрявший в воротах цирка, стал неким символом, но на самом деле ситуация была очень серьезная, не только для Путина, судьба которого нас интересует, я думаю, только в плане того, чтобы он сдох, но и для всего мира, с которым, к сожалению, могло произойти то же самое. Но, в свою очередь, я так понимаю, что условия Пригожина, если это корректно называть, они не выполнены, потому что Пригожин, по крайней мере, публично говорил и призывал, чтобы Шойгу отстранили. Насколько я понимаю и насколько вижу по официальным источникам СМИ, Шойгу встретился с Путиным, все обсудили,
И о никакой отставке речь не идет. И вот буквально во время нашего с вами разговора прямо сейчас РИА Новости, официальный федеральный ресурс, пишет, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено. Это РИА Новости заявил источник в Генпрокуратуре. То есть я правильно понимаю, что вражда, она сбавила немножко пыл и жар, но полностью огонь этот не потушен? Ну, конечно, нет. И тем более, что я уверена, что высокие договаривающиеся стороны, и Дюмин, и Лукашенко, и уж, конечно, Пригожин, все рассчитывали друг друга обмануть. И они все понимали, что обмен гарантиями сейчас не значит ничего. Вообще ничего. Они хорошо все друг друга знают. И не верят ни одному слову участника переговоров. Но, по всей видимости, просто Пригожину предложили жизнь. И мы видели его, по крайней мере, живым в Ростове, но с тех пор больше никогда. И, конечно, очень интересно, что с ним, но мы не видим передвижения больших колонн с техникой и военными, то есть заключенными, ни в сторону Белоруссии, ни в сторону каких-то там лагерей. Они просто все растворились, и все. После так называемого отхода, да, Пригожина, уезда в Беларусь, да, временного исчезновения, но во время вот этого короткого, но довольно-таки громкого конфликта мы увидели очень много заявлений, в свою очередь от Кадырова, от российского военного руководства, от тех же вагнеровцев, которые публично выступили против Пригожина. Говорит ли это о том, что вот такого единения внутри Российской Федерации среди силовых структур уже не будет? И громко ли это называть таким началом большого распада? Ну, это уже, я думаю, продолжение большого распада. Начало большого распада, конечно, было положено Путину в 2014 году, когда он оттяпал большой кусок территории Украины. И, кстати говоря, не перестаю возмущаться, и мир это проглотило легко. А сейчас пожинают плоды вот этого всего. И вряд ли это все. Вряд ли это все, потому что по-прежнему мы не перестаем думать хотя бы о Запорожской атомной станции. То есть Путину нельзя прощать ничего, а уж тем более Крым. И на самом деле элита, тот же Рамзан Кадыров, он молчал довольно долго. Он молчал даже после того, как выступил Путин. И он заявил, тоже не называя фамилию Пригожина, предательстве, в общем, повторив, перефразировав Путина, значительно позже. Что касается элит, то они молчали до конца. И очень интересна была история Мерчи Вагнера, которого в течение субботы то выбрасывали из крупнейших интернет-магазинов российских, то, наоборот, туда снова возвращали. И так длилось несколько раз. И, в общем, примерно, я думаю, то же самое делала и элита. Просто сидели и ждали, кто победит. Ну и, в свою очередь, Путин выходит из ситуации с мятежом Пригожина ослабленным, однако главарю ЧВК Вагнер следует оглядываться, ведь его последующее устранение не исключено. Так считает профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор. Давайте услышим его мнение и обсудим. Я думаю, что Путин выходит из всего этого значительно ослабленным. Думаю, если вы представитель российской элиты или российский гражданин, то будете смотреть на это и думать: «Ого, частная армия просто ехала на Москву большую часть дня». Их никто не останавливал, и им разрешили уйти. Никаких реальных последствий. И, конечно, если вы Евгений Пригожин, вам нужно следить за своей спиной, потому что, я думаю, многие люди, включая Путина, будут злы на то, что мы увидели. А Путин часто таит обиду. Он часто хочет отомстить тем, кто, как он думает, нанес ему удар в спину. Именно это он сказал. Это был удар в спину. Поэтому я бы сказал, что смерть Пригожина через несколько недель или месяцев тоже не исключена. И тут мне в голову приходит такая поговорка, немножко переделанная. От любви до ненависти один марш справедливости. Можно ли это говорить в отношении, касательно отношений будущих Пригожина и Путина? Я думаю, что на самом деле нет. Я думаю, что любовь случилась внезапно
за началом войны. Но он, Пригожин, конечно, ушел. Он знает Путина с начала 90-х годов, с того времени, когда он обслуживал встречи бандитов с питерской мэрией как официант в ресторане «Старая таможня» в Питере. Это, собственно, начало его карьеры. И он был подпущенным официантом, допущенным, потому что ему доверяли обе стороны. И, собственно, так он и остался в этом качестве до последнего времени. Потом это был просто разбогатевший официант, которым подкидывали госконтракты, бюджеты и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до контрактов на поставку продовольствия в армию. Он богател и богател, и частая военная кампания, и операции разные незаконные в Африке, и участие в войне в Сирии, но в основном благодаря как раз все-таки одному из основателей реальных Вагнера, господину Уткину, который сейчас очень недоволен поведением Пригожина. Собственно, тем не менее, вишенка на торте было то, что за 2 дня до того, как Пригожин впервые попал на зону с целью забрать оттуда первых завербованных заключенных, кстати говоря, сегодня годовщина, сегодня это случилось ровно год назад, за 2 дня до этого, 24 июля прошлого года, Путин наградил его звездой Героя России. Вот это был пик любви. И, конечно, только устное распоряжение Путина позволило Пригожину забирать из зон, и он забрал 50 тысяч заключенных и отправил их в мясорубку украинскую. Заключенные его любили, потому что он прекрасно им показывал, кто виноват в том, что они погибают. Погибают вот так вот пачками. Шойгу, Герасимов, собственно, больше никто не виноват. Уж он-то точно не виноват. И пока он боролся с Шойгу и Герасимову, сначала пиарно, потом все больше и больше распаляясь, и несколько раз перешел красные линии, красные флажки. Перешел случайно в запале, в эмоциях, и поссорился со всем окружением Путина, а также с могущественными губернаторами. Он поссорился и с окружением Путина, и с администрацией, и с военачальниками. И, тем не менее, приобретал все больше и больше популярность в народе. И Путин загадочным образом не давал команды на его ликвидацию, физическую или административную, ну, любую. Я думаю, что вслед за административной, в любом случае наступала бы физическая, слишком много знает. Но вот я думаю, что именно здесь и кроется разгадка, почему Пригожин себе это позволял. Ну, собственно, а почему Гиркин себе это все позволяет? И почему они живы? Ну, по одной и той же причине. Они очень много знают. Очень много знает Пригожин, который с Путиным с самого начала 90-х и был в самых интимных ситуациях с ним. А Гиркин знает точно то, кто отдавал ему приказ стрелять по малазийскому Боингу. И так как оба эти человека достаточно неглупы, они прекрасно понимают, что у них есть только одна гарантия. Это дать собственноручные показания про то, что они знают, написать конверт, условно говоря, город Гаага, Международный уголовный суд, судье. И вот такие конверты у них у обоих есть. И они будут задействованы, если они погибнут. Пока не же. Просто остается вопрос все же, а какие основные цели Пригожина? Потому что вот, например, Павел Лисянский, правозащитник, он пишет, что мятеж Пригожина внес раскол даже внутри его команды политтехнологов и медиатехнологов. Я напомню, что у Пригожина есть подконтрольная группа политтехнологов. То есть складывается ощущение, что вот этим таким грубыми действиями, этим всем мятежем и маршем справедливости на Москву, Пригожин прощупывает аудиторию российскую, а какая будет поддержка в случае, если, например, Путину нужна будет замена в виде Пригожина. Может ли это быть такая себе подготовка за год до выборов президента Российской Федерации? Как вы считаете? Да, конечно, и это тоже. И действительно мы увидели у слабого президента и слабую поддержку, и вообще слабое
слабое все. Слабое, скучное, неинтересное. Это не был главнокомандующий, это не был человек, на которого напали с табакеркой. Это был какой-то просто старый дедушка, у которого нет айфона. И он был растерян. Поэтому, я думаю, дело даже не в выборах президента. Я думаю, что такие и не такие мятежи будут случаться все чаще и чаще. Один из них приведет, в конце концов, к успеху. Не обязательно это будет марш-брошок на Москву, какой-то там часть. Это может быть просто заговор внутри окружения. Или, может быть, я не знаю, заговор среди кого угодно, в принципе. Среди любой части элиты. Народ российский не способен ни на что, да, мы вне политики, у нас лапки, вынужденная беспомощность и все такое. А элита, которая хочет сражаться дальше за свою жизнь и желательно за свой капитал, может в конце концов и самостоятельно справиться с Путиным. А много путинских, как это сказать правильно, пропутинских публичных людей в Российской Федерации называют это ударом ножом в спину. Даже сам Кадыров написал в отношении Пригожина, что это был удар в спину. Ведь я правильно понимаю, что это они сейчас начинают озвучивать то, что чувствует на себе Путин? Удар ножом в спину. Да, конечно, они работают по методичкам. Мы же эти методички уже четко отслеживаем, они одинаковые. Сначала это был совсем недавно еще туман войны, чтобы мы не могли апеллировать к украинским данным по поводу наступления хотя бы поэтому. А сейчас это вот ножом в спину, удар ножом в спину. Вот они вот такие вот, в общем, одинаковые, они все придерживаются этого. Ну и опять же ведущие пропагандисты прекрасно понимают, что им уже не переобуться на лету, уже им надо зарабатывать то, что осталось, то, что последнее у них осталось, и работать последние месяцы или годы, и дальше будет ничего, дальше будет суд, трибунал. И на завершение, после отъезда, отхода Пригожина в Беларусь, появилась информация, что, возможно, информация от британского генерала, возможно, Пригожин таким образом отвлекает общество и планирует наступление, повторное наступление на Киев, только уже, чтобы там были вагнеры. Скажите, пожалуйста, вы насколько верите в эту информацию, что это такой себе путинская идея по схеме «разделяй и властвуй». Нет. Во-первых, Лукашенко не допустит никогда, чтобы в его страну вошли 5, 10, 15 тысяч головорезов, российских головорезов с опытом. И тем более, что он действительно хорошо знает очень всех контрагентов. И Пригожина, и Путина. А у Беларуси теперь тоже есть ядерное оружие. И что бы Пригожину не пойти на Минск, например. Поэтому он не допустит, конечно, такой вещи. Во-вторых, наверное, и в главных, я думаю, что Пригожин все-таки по-прежнему собирается использовать Минск как транзит и все-таки уехать в Африку. И мы с вами не видим ни на каких снимках, а мы с вами понимаем, что наблюдает за этим весь мир, ни о каких передвижениях ни техники, ни людей в сторону Беларуси. Они пока там. Они пока где-то здесь, на своих лагерях, скорее всего, на оккупированных территориях. И есть еще одна важная деталь. Все-таки Пригожин очень хотел соскочить с войны. Но он тоже устал. И он сколько раз говорил, что вот все-таки все, вот Бахмут, и дальше я ухожу. И Шойгу настаивал на том, чтобы Пригожин подписал контракт с Министерством обороны. И неподписание этого контракта ЧВК «Вагнер» было на руку двум сторонам. Таким образом, Шойгу избавлялся от Пригожина. А Пригожин мог сказать: «Ах так, я ухожу, я не подписываюсь, я ухожу с Украины». Ну вот, собственно, что и случилось. Он уходил с Украины, но, как это, он шел на Одессу, но вышел к Херсону. Но заблудился и пошел на Москву. И на завершение, позвольте также уточнить, насколько опасно теперь Пригожину находиться в России в целом?
если, вот опять же, повторюсь, верить российским изданиям, что уголовные дела, возбужденные против него, не отменены. И то есть эти дела будут рассматриваться и продолжаться. Насколько ему безопасно находиться вообще в России и в целом ЧВК «Вагнер»? Ну, Пригожина везде находиться опасно, везде. В любом месте, в России особенно, и в Беларуси им очень опасно находиться, и в Украине им опасно находиться, и в Европе, и в Америке им очень опасно везде находиться. Поэтому я думаю, что он попытается уйти в Африку, и там мы о нем забудем, и, может быть, несколько лет, несколько месяцев его там обглоданные муравьями тело найдут аборигены. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что вы нашли время, присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая», была с нами на прямой связи.